вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке. Буду дразнить об окровавленное сердце лоскут, досыта и издеваюсь нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир огромив мощью голоса, иду красивый, 22-летний. Вы любовь на скрипке ложите, любовь на литавры ложит грубой. А себя, как я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные. Хотите, буду от мяса бешеный, и как небо меняет тона. Хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах. Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. «Приду в 4, — сказала Мария. 8, 9, 10. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется. Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодной железкой. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское». И вот громадный, горблюсь в огне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет, какая, большая или крошечная? Эй, господа, любители святотатств, преступлений, боен, а самое страшное, видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен? И чувствую я, для меня мало, кто-то из меня вырывается упрямо. Алло, кто говорит? Мама? Мама, ваш сын прекрасно болен, мама. У него пожар сердца, скажите сестрам, Люде и Оле. Ему уже никуда не деться. Каждое слово, даже шутка, которую изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. Люди нюхают, запахло жареным, нагнали каких-то блестящих в касках. Нельзя сапожища, скажите пожарным, на сердце горящее лезут в ласках. Я сам! Глаза на слизненные бочками выкачу, дайте о ребра опереться, выскочу. Выскочу, выскочу, выскочу. Рухнули. Не выскочишь из сердца.